Від їхньої кухонності іноді ані сліду. Вони домашні та навіть апетитні, пунктуальні та логічні, бездоганні в інженерному сенсі. Тож саме зараз нові естетичні рішення для сучасних кухонь. Ми щойно повернулися з Міланського меблевого салону. Ця міжнародна виставка з року в рік підтверджує статус наймасштабнішої події у світі інтер'єрного дизайну. І кожні два роки в межах цієї виставки відбувається Єврокучина. Це подія, пов'язана з інноваціями в дизайні сучасних кухонь, сучасних і традиційних. Сьогодні ми пропонуємо подивитися саме, що було цікавого на Єврокучині. Ви побачите кухні, які демонструють таку італійську домашність або навіть апетитність. Інші вражають точністю та організованістю у виконанні. Тож дивіться, наскільки по-різному виглядають кухні у виконанні провідних фабрик Європи. На цьогорічній виставці ми спостерігали за рішеннями, які спрямовані дати відповідь на актуальне питання останнього десятиліття. Як максимально приховати кухонність? Як замаскувати змішувачі, мийки та всю кухонну техніку? Що, звісно, впечатляє, ми бачимо з вами кухню, яка повністю закрита від своєї кухонності. Тобто, теоретично можна сказати, що це ізделія з алюмінія і стекла. Сатинированное стекло, здесь сатинированное, здесь лаковое стекло, блестящее, отзеркаливающее. Вот эта часть кухни, та, которая у обычных производителей называется подвесными модулями, здесь, в общем-то, собственно, во-первых, не является подвесными, во-вторых, не выглядит вообще как кухонные модули. Хотя, вот что мы делаем. Одним плавным движением мы открываем все пространство для оперативной деятельности, приготовления пищи, мойки, уборки, в общем, все те задачи, которые должны решаться на кухне. Вот такая столешница, она раньше была деревянная, теперь она стала из кориана, то есть она стала более вандалоустойчивой. Хотя мне очень нравилась деревянная, что деревянная она могла бы стареть вместе с кухней и вносить хотя бы какую-то такую историю этой кухни, то есть иметь на себе ее историю. Ну, на кориане тоже немножко история останется. Хотя мы знаем с вами, что кориан – это материал, который шлифуется и может оставаться совершенно новым. Это совершенно механическое устройство, то есть там нечему ломаться. За счет балансировки веса вот этого вот элемента сверху вручную мастер на фабрике балансирует дверцу. Мы получаем здесь совершенно эффективную рабочую зону для времени приготовления. Двумя движениями открылся весь верх. И такими же простыми двумя движениями можем посмотреть, как оно. Вот так. И вот так закрылся. Ну, ты видишь эту тень? Сволочи, они ее нарисовали просто. Издеваются. Принимают нас за лопуху. Второе новшество здесь, которое привлекло мое внимание, это вот этот восхитительный цвет. Небесно-бирюзовый цвет. Ну, видим с вами цвет, видим с вами идеальные вот эти щели толщиной 3 мм. И практически никто больше не может сделать с такой точностью кухонное изделие. Следующее, что нужно показать, система пеналов. Инженеры Валькучины вооружают своих покупателей возможностью работать на кухне, открыв полностью высокие пеналы, легко выдвигая, доставать отсюда любую необходимую утварь или продукты. Дверцы в открытом состоянии не должны мешать оператору, который работает на кухне. Мне даже кажется, что они предполагают, что в этих кухнях могут работать мужчины. Вот эту зону хочу показать. Уже привычный нам элемент, когда создается бар, ну вот здесь вот бар, где могут быть подключены какие-то приборы, и не нужно каждый раз их убирать. Мы, то есть какие приборы я имею в виду? Ну какой-то миксер, здесь может стоять кофеварка, здесь может стоять комбайн кухонный. Очень многие хозяйки хотели бы, чтобы кухонный комбайн все время был в собранном состоянии, чтобы когда ей нужно им воспользоваться, не нужно было его доставать из какого-то ящика, одевать эти насадки, собирать, а потом назад все это мыть и складывать опять в какой-то ящик. То есть все это здесь может быть отключено. Интересным является вот этот элемент, который позволяет увеличить размер разделочного, ну, не будем называть его разделочным, стол общего назначения, рабочий стол. И вот так он спрячется. Все, конечно же, из нержавейки.
только совершенно натуральные материалы, никаких пластиков мы с вами ни в коем случае здесь не встретим, потому что здесь порода, а порода нам не разрешит сделать пластики. Пластики – это больше поп-саунд. У Мілані ми побачили екстравагантні кухонні концепти від Валькучіне. Це нова функціональність та зручність кухні нового покоління. Ми з вами живемо в мірі вещей, які на самом деле уже давным-давно оторвались от своих функциональных значений и привлекают нас очень часто не столько функциями, сколько своими эстетическими особенностями, какой-то красотой. Эта кухня посвящена тому, чтобы немножко вернуть нас назад к функциональности, утилитарности, к полезности и именно к кухонности. Здесь мы видим с вами систему. Система присутствует во всей кухне. Система построена на вот этой квадратной трубе. Она выполнена не из алюминия, она выполнена из стали. И она имеет разные размеры, эта труба, с каким-то шагом, позволяя собрать любые стеллажные конструкции или любые базы этой современной кухни. Как говорят дизайнеры фабрики, молодая семья может купить только каркас с минимальным количеством застройки, ну, например, просто с открытыми полками или вообще без полок, и потом постепенно докупать ящики своей кухни. Такого действительно никогда еще не было. Кухні можуть бути точними, правильними, математично довершеними, однак можуть бути і більш компромісними, такими, які схиляють нас до спокусливого домашнього затишку. Італіянськість в кухні, або елементи італіянської традиції в кухні – це добре чи плохо? Должна ли кухня бути німецькою, або може кухня бути італіянською? Ми говоримо тут об італіянськості, яка робить кухню більш апетитною. Да. Вот это подходящее слово. Она более аппетитна, чем вот эти вот выдержанные строгие кухни, напоминающие офисную мебель. Они, конечно, часто сделаны безукоризненно. Но здесь мы видим, что кухня сделана на очень высоком уровне точности изготовления, но она совсем не похожа на офисную мебель. Она совершенно домашняя. Поднимаем. Это великолепно. И мы получаем стол для завтраков. Действительно, это очень удобное решение и очень просто. Очень просто. Сервировочный стол, стол для завтрака. Собственно, если это пространство используется для каких-то встреч, пати, там сюда могут быть выставлены закуски, если здесь продолжается гостиная. И это может быть использовано как место для завтрака и удобно сложено, когда им не пользуешься. Классно. Духовка. Обрати внимание, когда духовка спрятана сюда, то в кухне мы можем выдержать совершенно чистый стиль вот этой вот панели. Она выглядит как деревянная буазери, как будто стена просто отделана красивыми деревянными панелями. Нету излишней кухонности. Мы видим очень аппетитную итальянскую кухню, это Элмар. И еще одна модель, посмотри на эту вытяжку. Это что-то типа МДФ, наверное. Конечно же, кухня должна быть огромной. Это, конечно же, кухня для дома, это не квартирная кухня. Здесь микс итальянской архитектурной и дизайнерской традиции и итальянской кухонной, пищевой, поедательной традиции. Посмотри, на каких ножках стоит этот стол. То есть дизайнер не загромождал кухню, у него было достаточно мест хранения, поэтому он не ставил какие-то пеналы для того, чтобы хранить что-то под столом. Стол – это просто огромное место и для еды, и для приготовления пищи, и, возможно, для какого-то пати. К нему представлен еще один стол, и он такой аппетитно красный, огненно-красный, как красный квадратик или как Феррари. Здесь эта система пеналов была бы абсолютно минималистична, если бы не ручка. Именно ручка специально сюда вставлена для того, чтобы сделать ее чуть более, хотите традиционной, хотите классической, хотите сентиментальной, чуть более домашней, чуть менее офисной. Именно вот такая ручечка. Сьогодні ми говорили виключно про кухню. Вже в наступній програмі ще більше цікавих подробиць та наших спостережень про основні інтер'єрні ідеї з Міланського меблевого салону.